разомкнулись. Да не вы вперед уходите, а в назад. Все, пошли, руки в стороны, цапелька. Носочек у коленочки. Носок у колена натянутый. Яблонцево колени выжатые. Голову подняли. Лопатки собрали ровненькие. Ровненькие. Давай, давай. И раз. Вот
Поехали, я танцевать. Натяни ноги, я танцевать. Так, ноги собрать после каждого выполнения упражнения. Раз, собрать ноги. Так. Поехали с этой стороны, с левой ноги. Вот сюда. Ноги шире. На лопаточке. Давай, вставай, вставай. Шагаем ногой вперед. Все сюда смотрим. Сюда все смотрим. Шагай ногой вперед. Раз. Ручки поставила. Два. Голову убрала. Три. Перед кувырок сделали. Стой! Эту ножку сюда. Садимся. Встаем. Два. Поняла? Давай. Молодец, давай. Поехали. И ноги шагаем. Раз, кувырок, головку спрятали. Два, ножки красивые. Лиза, неправильно ноги, коленку положи. И раз. Ногу положи. Да, и встаешь. Вот так. Ноги в стопы натянула. И раз, два. Быстренько и встаем. Быстренько, хорошо, это кувырок ваш будущий для риска у нас. Оп, и молодец, Слава, давай. Так, не толкаемся, не толкаемся. Сразу ножки складывай в конце. Нет, это правильно. Да. Раз и ножку сразу. Одна сверху, другая снизу. Раз, два, прыжок, касаю. И стяжка! Так. Сейчас, кто стяжку не сделает, того буду растягивать на шпагат. Сильно-присильно. Вернулись обратно все. Начинаем прыжок со стяжки. Носочка. Раз, раз, два, прыжок и стяжка. После каждого прыжка подняться на полупальцы.
пятки собрать вот в этом положении. Девочки, вот так, по выворотной позиции. В чем вопрос? Давай. И галоп. Прыжок, стяжка. Давай. Полупальцы. Яблонцева. Собери ноги. Правую ногу вперед поставь. Мы с правой ноги идем. Давай. И раз. Раз, два, три. Собрала голову, подняла. Да, она в прошлый раз прям в конце весны пришла. Идем, раз, два, три, четыре, два, три.
четыре, а перед собой, точно перед собой, горизонтальные ноги. Thank you.
так. Идем теперь на шагах. Раз, два, три, четыре. И раз маленький бросочек. На пальцах. Надо обруч на ноге вращать, Лиза. Назад теперь, наоборот. Прямо. Лиза, не спиной, лицом. Нет, назад перекидывай.
Лизу, руку-то натяни вторую. Всей рукой. Так, одеваемся домой, все. Собрали все свои предметы, не забыли.